эта вышка очень высокая. Не помню, сколько метров, но... В общем, да, немножко и ветер дует, и очень немножко стрёмно. Продолжаем моё путешествие по Кыргызскому краю. Я нахожусь теперь в городе Ренда. И в этом городе есть такой очень красивый водопад, Иванский называется. И рядом с ним такой большой, огромный камень во мху. Сейчас пойдем дальше по дорожке, посмотрим, куда она приведет меня. Вот, подошла к такому мостику. И он меня привел к еще одному водопаду, но он уже больше не водопад, так как воды больше так много нету, и за счет этого просто камни. Вот.